В Одессе в результате оползней может пострадать еще один дом. Об этом сообщает Владислав Болинский у себя на странице в Facebook. Жилой комплекс «Апельсин» представлен трехсекционной новостройкой с подземным автомобильным паркингом и общественными помещениями. Во время исследования места обвала на улице Среднефонтанской, 29, ученые заметили, что значительно просел фасад жилого комплекса «Апельсин». За последний год земля под домом просела почти на 1 сантиметр. Если по зданию на улице Ясная еще можно предположить просадку только лишь самого строения, то на Среднефонтанской ситуация явно иная. Здесь отражена динамика просадки не только самого рухнувшего здания, но и примыкающих строений. Здания ЖК «Апельсин», дорожного полотна, стоянки и так далее. Другими словами, это может быть достаточно ярким индикатором проблематики, написал Владислав Болинский. Также он подчеркнул, что негативные гидрологические процессы связаны с высотной застройкой Одессы, о которых уже не первое десятилетие говорят геологи. К сожалению, уже сейчас на исправление ситуации по городу в целом не хватит никаких средств. Теперь остается только вести мониторинг для того, чтобы хотя бы сохранить жизни людям.